Добрый день. Часто в интернете новички спрашивают, как спрятать свою партнерскую ссылку или как укоротить ссылку, если она слишком большая. Какие сервисы для этого существуют? Вот для этого и существует такой сервис, как bit.ly.com. Это самый крупнейший сервис по сокращению ссылок. Ссылку на него я оставлю под видео. Смотрите, как вообще он работает. Берем какую-нибудь ссылку. У меня вот эта вот ссылочка на анимацию мою. Вот я ее хочу сократить, она у меня большая. Переходим вот сюда вверх, вставляю ее. Видите, какая она большая. И кликаю Shorten. И вот раз, внизу мы видим, какая получилась вот маленькая ссылочка. То есть ее можем скопировать и потом давать своим друзьям. Они будут по ней переходить и попадать прямо на эту анимацию. Но, какой интересный момент. Вы обратили внимание, что после этой bit.ly, после слэша идет 169OXEB. Очень некрасивые какие-то вот эти цифры, буквы. То есть, как их убрать? Как сделать так, чтобы здесь ссылочка все-таки была красивая? Для этого надо зарегистрироваться на этом сайте. Переходим на главную страницу bit.ly.com. И вот в правом верхнем углу кликаем Sign Up. То есть это подписаться, значит. Здесь пишем имя на английском языке, свой e-mail адрес, пароль, еще раз пароль и кликаем Create Account, то есть открыть аккаунт. Так как он у меня открыт, поэтому я зайду в свой и покажу оттуда уже. Вот зашли мы в аккаунт, давайте то же самое мы проделаем, но уже в аккаунте и сделаем красивую ссылочку. Опять перехожу на свою страничку с анимацией. Копирую ее, перехожу в свой аккаунт, и вот здесь вверху справа написано Paste a link here. Вставьте сюда вот свою ссылочку. Кликаем и вставляем эту ссылочку большую. Раз, и вот мне показали, как выглядит эта ссылочка сейчас. bit.ly/ihvtbmm. Оно нам абсолютно не надо. Поэтому давайте попробуем сделать красивую из нее. Для этого вот рядышком, такой как карандашик есть, Customize высветилось. Вот кликаем на него. Так, и теперь нам предлагают, вот синеньким обведено, предлагают вместо этих букв написать какое-нибудь свое слово, что нам будет интересно. Давайте напишем, к примеру, котики. Английскими буквами. Котики. Кликаем Enter. Видите, вверху написано Sorry, that's taken. То есть, это котики уже заняты, к сожалению. Давайте какое-нибудь другое напишем. Ну вот, к примеру, ну давайте напишем Кот. Кот. И вот. Видите, вместо букв теперь вот этих всевозможных там и цифр, у нас теперь будет bit.ly/code-code. Это все скопируем. Так, и перейдем на эту страничку и посмотрим, как будет идти переход. Кликаем «Вставить и перейти» bit.ly.code-code. И раз, она нас перекидывает как раз на нашу анимацию с котейками. Все, теперь мы эту ссылочку можем давать знакомым, друзьям. И они будут с удовольствием переходить и смотреть на эти анимашки. То есть, так можно применить к любому сайту этот сервис. Что еще интересного в этом сервисе? Напротив каждой ссылочки есть такое View Stats, то есть посмотреть статистику. Если вы кликнете сюда, то вы можете увидеть, откуда шли клики,
по вашей ссылочке. Сколько было кликов, регионы откуда кликали, в какое время. То есть довольно-таки интересный сервис, и я думаю, он всем вам пригодится. Всего хорошего вам, до свидания, до новых встреч.